Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Плюсы и минусы». С вами снова я, Ольга Бабаянц. Коррупция, коррупция, коррупция. Как часто мы повторяем это слово? Даже просто в быту коррупция вошла в наш абсолютный обиход. А что же такое коррупция? Это та проблема, с которой надо справляться прежде всего для того, чтобы государство становилось действительно европейским. Ну что ж, давайте это оставим. Вы поняли, что сегодня мы будем говорить о серьезных вопросах. И у меня сегодня замечательные гости. Я не буду долго тянуть. Я просто хочу представить свою замечательную команду. Смотрите, как мы хорошо смотримся, да? Две девицы, один молодой человек, два доктора. Знаете, загадка. Две девицы, молодой человек, два доктора и одна прекрасная эколог. Ну вот получается, понимаете, вот теперь представляю. Юлия Терновая Гонтаренко. Вот уже проговорилась немножечко. Голова громадской рады Прибеляевский районе Державной администрации. Так, это первое ее предназначение нынешнее. И руководитель общественной организации «Эколого-культурный центр» имени Вадима Николаевича Гонтаренко. И наш уже старый добрый друг Иван Русев, доктор биологических наук, эксперт, эколог, замечательный ученый, настоящий профессионал и руководитель общественной организации «Фонд природное наследие» имени Пузанова. Ну что ж, наверное, мы не будем сейчас тянуть, сильно-сильно оттягивать уже ваш интерес, который уже появился, но все-таки 737-73-10, телефон нашей студии, задавайте вопросы, потому что коррупция тревожит каждого украинца сейчас, от мала до велика. Друзья, ну, мы не будем уже скрывать наших с вами дружеско-родственных отношений, потому что, ну, куда денешься? Такие мы умные, замечательные. И самое главное, что мы патриотичны, мы любим свою родину, мы любим свою Украину. А любить Украину – это не значит одевать вышиванки и бегать где-то, да? Любить Украину – это делать что-то для того, чтобы она менялась в лучшую сторону. Я знаю, очень много у вас есть новых интересных проектов. Я знаю, что вы занимаетесь, ну, это понятно, что вы занимаетесь такими вопросами, которые, наверное, поднимают огромнейший пласт проблем. И в нашем регионе, в Одесском регионе, мы не будем, конечно, брать уже, наверное, условия всей страны, мы возьмем наш Одесский регион, наше место, потому что родина начинается со своего болотца, родина начинается со своего первого деревца. Вот мы будем говорить о своей родине. Да. Юля, у вас, вы давным-давно занимаетесь экологией, потому что, ну, Иван Трифонович уже у нас известный такой. Еще давным-давнее. Да. Вот. Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь и что вас, собственно, привело в вот эту вот громадскую раду Прибеляевской районной державной администрации. Я думала, вы сейчас скажете, как вас привело к коррупции, да, к решению проблемы коррупции. Я прошу прощения, у нас здесь сидит три антикоррупционера, честно. Да. Ну, я просто хотела сказать, что я абсолютно тихий, мягкий, спокойный человек. Мне никогда не хотелось и не мечталось заниматься коррупционными вопросами. Просто поскольку я очень люблю природу, и особенно природу нашу, нашей местности, это место, где я родилась, выросла, где растут и живут мои дети. Поэтому и я долго очень занималась именно экологическим воспитанием. И решая проблемы экологического воспитания, сталкиваясь с множественными, многочисленнейшими проблемами, которые были вот в природе, в экологии, стало понятно, что только общественные организации, наверное, могут спонукать нашу владу для того, чтобы, может быть, что-то решать. Чаще всего те органы, которые должны заниматься вопросами решения каких-то проблем экологических, они либо каким-то образом отстраняются, либо почему-то не решают это. У нас были очень большие надежды на национальный парк. Мы думали, что будет тот орган, который очень многое сможет решить в дельте Днестра, решить его проблемы. Но опять-таки эти надежды тоже пока на данном этапе не оправдались. И поэтому только в рамках общественной организации, будучи более-менее свободным человеком, можно было бы заниматься этими вопросами, чем мы и занимаемся. Ну, моя общественная организация «Эколокультурный центр» имени Гонтаренко. Вадим Николаевич Гонтаренко – это эколог-гидролог, который жил в маяках и, в общем-то, очень давно начал заниматься этими вопросами, пытаться решать те проблемы, которые были созданы на Днестре. Его честь названа организация. И так случилось, что я стала главой общественного совета. Но я думаю, вы долго к этому шли. Иван, Юля, проблемы, вот вы же сказали, национальный парк.
А национальный парк – это ныне благо или все-таки это лежбище коррупции экологической? Мировая практика создания и управления национальными парками говорит, что это огромное благо для биосферы, для сохранения биологического разнообразия природных экосистем и огромное благо для тех людей, которые живут вокруг этих природных экосистем. Но у нас в нашем регионе, вот в частности на Днестре, так сложилось, что уже 7 лет существования национального природного парка является определенной проблемой для нормального природопользования. Местные жители, как правило, недовольны его созданием. Экологи и ученые видят, что там есть серьезные проблемы, отсутствие реального мониторинга за экосистемой, а там самая главная проблема – это плотина Днестровского каскада ГЭС, и с ней надо очень серьезно работать в том плане, что необходимо иметь постоянные данные, чтобы бороться с ней и доказывать, что она не только для энергетики, она прежде всего для людей и для природных экосистем. Парк этим, к сожалению, не занимается, поэтому мы считаем, что на сегодняшний день парк не выполнил своей миссии. Более того, парк стал рассадником не прямой коррупции, а коррупции непрямой, где на его территории сегодня изо дня в день разрастается эта шагреневая кожа, захватывается новая уникальная природная луга, которые служили убежищем для дикой природы, давали очень большую надежду и возможность выпасания скота, кошения сена и отдыха местных жителей. Сегодня это вот возле маяк не реализуется. И вот мы начали проект недавно при огромной и добровольной поддержке Международного фонда Сороса. Проект, который называется «Мы остановим коррупцию на заповедных территориях в дельте Днестра». И нас там достаточно много людей, специалистов в разных областях. Наша задача показать хоть на какую-то долю взаимосвязи, начиная от местного уровня до верхнего киевского уровня, каким образом происходил дерибан этой уникальной земли. Почему на глазах у тысячи людей, которые там проживают, на глазах десяток всевозможных экологических служб, инспекций, все это происходило? Потому что существует реальная коррупция. На 99% коррупция процветает в экологической сфере. Я могу это утверждать, потому что я уже 30 лет в этом движении, и я вижу, как расхищаются уникальные ценные земли. Берега Черного моря, берега озер, ценные черноземы, вырубаются леса. И это огромная проблема. Я надеюсь, что наша команда сможет хоть чуть-чуть продвинуться в этом направлении. Мы выполняем ее под эгидой Маяцкой экологической организации «Дельта», которую возглавляет Анатолий Жуков. Я сейчас попрошу наших режиссеров, чтобы они дали сюжет. А вы, Юлия Ивановна, прокомментируйте этот сюжет, пожалуйста. Это как раз съемки очень свежие, современные. И как раз вот я хочу, чтобы вы рассказали, что происходит. Это вот знаменитый мост, это второй как бы коридор на южную часть Одесской области через село Маяки. С левой стороны Днестр, с правой стороны Днестр, который течет в правую сторону. Перед вами село Маяки, которому скоро будет 600 лет. Уникальное село, но оно теряет возможности выхода к реке, поскольку из 8 километров побережья только один выход сегодня в районе пляжа Маяцкого есть. Сейчас мы будем смотреть на объект. Он еще не появляется, но я буду рассказывать про маяки. Маяки уникальны тем, что здесь находится исторический памятник эпохи бронзовой культуры, которая находится недалеко от обсерватории астрономической. Это пруды, которые захватили фактически все пойменные луга. И в прошлом Вадим Николаевич Гонтаренко говорил очень мудро, что зря вы это делаете, поскольку они выполняют очень важную функцию для выпаса скота, для сенокошения, для воспроизводства естественного рыбных ресурсов. Но их захватили, это примерно 500 гектар. Сегодня люди местные не могут туда пройти, к реке, потому что везде дамбы, везде коридоры такие с шлагбаумами, и люди потеряли возможность пользоваться этими ресурсами. Мы надеемся, что часть этих прудов скоро в борьбе против коррупции будет отдана обратно громаде, и громада будет искать прозрачным образом инвесторов для того, чтобы были хорошие проекты по туристическому развитию в этом регионе. Это взгляд на Днестровскую, на часть Днестровского лимана в сторону маяк. Впереди Маяцкий мост. Сейчас камера будет показывать, как она продвигается. Дело в том, что в нашей заставке как раз мы видели эти красивейшие картинки.
Это замечательные картинки, вроде как... То, с чего начиналась передача. Да, то, с чего начиналась передача. А почему здесь маяки образовались 600 лет? Потому что это единственное место вот на Днестре в Одесской области, где единственное село находится прямо у коренного берега реки. Остальные находятся вот Беляев, Каяски, возле Плавни, возле Турунчука, возле притоков каких-то. А это самое было выгодное стратегическое место. И богатые ресурсы Днестра. Поэтому вот всегда люди тянулись к этому. Тем более рядом находится Одесский питьевой забор, который питает миллионы жителей Одессы и прилегающих территорий. Ну, как раз в этой заставке, которая была в начале передачи, мы видим, конечно, очень красивую картинку с квадрокоптера. Да, хотя, да, конечно, человек, может быть, сразу не понимающий, о чем речь, подумал, боже, какая красота, какие красивые красные крыши, да, какая-то Венеция или Голландия, что-то в этом роде. Но мы просто знаем этот луг и помним его совсем другим. Мы его помним зеленым, сочным. Вообще, луга в дельте Днестра – такая важная часть экологической системы Днестровской дельты. Луга нужны просто для того, чтобы в весеннее время половодье вода растекалась, и на этих лугах, на примелкой теплой водичке происходил нерест. Было очень много питания для птиц. То есть это были очень живые, важные такие части дельты Днестра. И так уже случилось, что эти краслуга, они в протяжении, начиная с 60-х годов, они всячески использовались человеками, застраивались. И вот буквально совсем, это, наверное, один из последних лугов, да, возле Маяцкого моста. Просто как раз в 2004 году, если не ошибаюсь, да, начиналось это все. Да. Как раз тогда представили маячанам, даже собрали как бы общественное слушание, представили проект лодочной станции. Рассказывал о том, что там будут какие-то мостики, лодочки, какие-то маленькие сарайчики для хранения инвентаря. И все это будет на во благо, да? Да, и тогда это называлось развитие зеленого туризма. То есть люди, понимающие, конечно, кричали о том, выступали, говорили, что это неправильно, не нужно здесь ничего устраивать. Надо сказать, что мы, конечно, работали с местным населением. Тогда пришло очень много моих воспитанников, детей, школьников, студентов. Приехали ученые из Одессы, была какая-то поддержка, но дело в том, что мы не ожидали, что приедет два автобуса абсолютно посторонних людей, каких-то чужих людей. Их специально привезли для того, чтобы их голоса превысили наши голоса. И абсолютно чужие посторонние люди проголосовали за этот проект, за то, чтобы этот берег застраивался. Вернее, конечно, предлагалось людям уже, местному населению, только говорили, что здесь будут рабочие места, можно будет работать, это будет развитие для села. Руководство села тогда тоже очень пропагандировало это. Говорит, люди, вот хоть увидите, как надо жить, рекомендовали нам. Вот, но результаты красиво, то есть жить надо красиво. Красиво, да, вот, да. Красиво, да, таким образом. Ну и вот есть такой вот поселок теперь на этом месте. Мы знаем, что тогда задавали люди вопросы местного населения. Если у вас там будут какие-то дома, то что будет с канализацией? Что, в нашу реку будет канализация? И та страна говорит, что вы, нет, у нас же суперсовременная будет система очистки от каждого дома. Будет по системе определенно идти к насосной станции все отходы. Потом они будут там очищаться, и как чистейшая слеза уходить в Плавни. То есть все будет очень разумно по-европейски. Ну, конечно, со временем мы увидели, что абсолютно эта система никак даже не собиралась работать. И канализационные трубы, они, к сожалению, уходят в Днестр. И в эти каналы, которые вы видели на красивой картинке, каналы между домиками, к сожалению, так. Ну, это печально. Это вообще-то, с одной стороны, если не знаешь, это хорошо, с другой стороны, это печальное зрелище. И я так понимаю, и мы знаем, что ни разрешительных документов, ни... Это все строилось вопреки здравому смыслу. Это подтверждает тему нашего сегодняшнего разговора. Коррупция. А коррупция началась с чего? С того, что местный чиновник, ну, говорят, маленькую зарплату получает, но он знал, на что он идет. Он знал, что законы наши запрещают такие вещи делать. Да? Вот с местного чиновника пошло согласование, дошло до Киева. В Киеве Министерство экологии решили, что они лучше, чем наши эксперты и экологи знают, написали, этот луг не ценен. Там мусор, там ничего ценного нет. А мы-то там выросли, мы изучали это, мы понимаем, что мы потеряли возможность нероста рыбы, кошения сена, отдыха местных людей. Огромное количество насекомых, пиявок, птиц там жило. А что мы приобрели? Мы приобрели огромную социальную проблему. Местные жители не могут туда зайти, это первое. Мы получили кучу всевозможных этих каналов, где сбрасывается и мусор, сбрасывается и канализация. И в этих каналах масса сетей, которые вылавливают рыбу незаконно. Мы получили выход в Плавни, прямо в национальный парк этой канализационной системы.
И сегодня квадрокоптер нам показывает примерно, где это находится. Скоро мы начнем расследование уже пешеходное по этим тропам, которые позволил квадрокоптер. Если бы эта картинка была снята в Голландии, вот сегодня же, да, мы тоже примерно такое же увидели бы сверху, что вот есть домики, красивые каналы, но в Голландии есть жесткие правила игры. Конечно. Да, и кто их нарушает, тот страдает очень серьезно. И деньгами страдает, и тюрьмой, да, можно его закрыть. Сегодня же это беспредел. Беспредел, потому что все покрывают эту коррупцию. И мы, наша команда решила, что да, у нас есть риски, кто-то на кого-то наезжает, угрожают там, но мы не можем смириться с этим, потому что так движется быстро время, и так исчезает ценная территория на Днестре, что потомкам не останется ничего. Например, я когда начинал работать вместе с вашим отцом, вот когда я пришел на Днестр, я видел огромное количество нерестящейся рыбы вдоль трассы. Сегодня вы ее не увидите, потому что вода не заходит, потому что занята коттеджами. Я видел огромное количество птиц, которые сегодня не появляются. И это все уходит на моих глазах. Что же будет в следующем поколении? Поэтому я непримирим в этом. Я с моими коллегами, с друзьями будем делать все, чтобы выполнить этот проект, представить все материалы в прокуратуру, в суды, и пусть государство. Сегодня у нас есть шанс. Такой шанс появлялся в виде маленького окошка при ряде губернаторов, я их всех знал. Но при этом губернаторе появился огромный шанс политический. Если мы его сейчас не используем, грош нам цена, что мы очень много страдали, ходили, пытались сохранять, и не используем этот шанс. Мы его используем на полную катушку, и мы покажем, где гнездится коррупция. И самое главное, что многие говорят, ну вы же там не разрушите эти стройки. Да, у нас нет полномочий разрушать, но мы должны остановить, сказать, вот здесь рубеж, дальше все, дорога уже закрыта полностью для коррупции. А вот здесь будем вместе думать, открывать заборы, часть, которая не застроенная, как-то ее восстанавливать. Но мы должны показать местным жителям и самое главное своим единомышленникам, сверстникам, тем более в Европе, которые за нами следят, что мы делаем что-то для своей страны. А не просто ждем, когда кто-то нам поможет. В Советском Союзе мы ждали от партии, что поможет, а сегодня мы ждем, думаем, Европа поможет. Пока мы сами не поможем, ничего не изменится. Ну, естественно, нам в своем доме надо наводить порядок самостоятельно. Это закон жизни. Да. И вот скажите мне, пожалуйста, вот это вот, я снова повторяюсь, лежбище коррупции, оно, это национальный парк вместе с вот этим городком небольшим? Или как соотносится? Как национальный парк смог, и как он Я могу рассказать, как это происходило. Когда мы создавали национальный парк, мы верили, что будет прозрачный конкурс на администрацию, на директора. Придут люди, которые будут эффективно управлять и сохранять, да? Но пришел человек, директором парка, который до этого возглавлял управление экологией. Фамилия его Примак. Он фактически, став директором, прикрывал то, что он согласовал незаконно. Эти объекты есть не только в национальном парке, они есть в заповедном урочище Днестровские Плавни, где степень строгости еще выше, чем в национальном парке. Потому что это заповедная зона. И там тоже началась вот эта коррупция. Там коррупция еще покруче, потому что там в одном из объектов находится и два участка бывшего директора национального парка Рженко. Там находится участок бывшего начальника управления экологии Яцкова, брата начальника управления внутренних дел Яцкова. Огромный дом, гектар земли, огромные дома эти. Прямо в заповед, в ядре заповедном, понимаете? А это было осетровое хозяйство. Когда-то в 54 году Советский Союз, построив дамбу на Дубосарской ГЭС, сказал, что мы возродим осетров, дала деньги на строительство осетрового хозяйства. Через два года забыли про этих осетров. И мы, молодые экологи, вместе с Вадимом Николаевичем мечтали, что осетровое хозяйство станет ядром этого национального парка по воспроизводству осетров для выпуска в реку. А сегодня это глумление над осетрами и над идеей заповедного дела. Сами начальники, бывший начальник управления экологии, сидят там, и их стоки канализационные стекают прямо в Днестр. Причем 60 кубов стоков запланировано ежесуточно с этого объекта, только с одного объекта. Я не говорю про Маяцкий, где там больше 100 кубов. И это все согласовала санэпидстанция, областная санэпидстанция, санэпидстанция на водном транспорте. Все чиновники, которые по закону якобы должны что-то согласовывать, они согласовывали коррупционным методом. Иван, но это же выше водозабора нашего, получается, да? Нашего. Да, но как Вадим Николаевич Гонтаренко, известный гидролог, всегда говорил, что есть сгононагонное явление.
И как только подует с моря ветер, вода Днестровская течет обратно. Она от маяка идет в сторону Одесского питьевого забора. И с этого объекта, со станции лодочной, да, которая находится возле моста, если там кто-то сбрасывает, оно обязательно туда пойдет. А сверху тем более оно потечет. Все они говорят, что у нас все нормальная канализация, мы сбрасываем, мы очищаем, ничего в Днестр не идет. Но это все слова. Здесь должна быть очень строгая инспекция. Но инспекции экологической нет. 2 года назад Яценюк фактически запретил инспектировать. Да даже если бы разрешил. Такая коррупция в экологической инспекции, вот в территориальной, да и в Черного моря, что посылать их туда практически нет смысла, потому что будет договор. В последнее время мы почувствовали, что наши обращения, эти службы, и прокуратура в том числе, в УВД, они только взращивают коррупцию. Мы пишем письма, те идут туда с теми, кто нарушает, договариваются, то и все. Вы прокладываете, показываете, где можно заработать коррупционеру настоящему. К сожалению, да? Так происходит. Да. Вы боретесь, но с другой стороны, тут народ уже почесал руки и хороший куш принес даже Министерство экологии. Я не боюсь этого говорить, потому что схема и цепочка коррупционная идет абсолютно доверху. Да, иначе бы ее здесь не было внизу, если бы наверху она не как бы покрывала все это дело. Но мы с вами постоянно говорим, коррупция, да, все правильно. А ваш проект антикоррупционный, как вы собираетесь его развивать, что вы, чем вы начинаете и что вы начинаете, и какой вы хотите получить результат? Ну, я понимаю, какой, но все-таки. Ну, у нас группа экспертов, ученые, которые должны описать эту всю территорию, сказать, что мы потеряли, как оно было до того, когда это все это застроилось. Потом наш такой маленький помощник квадрокоптер, он уже получил свое название Тирас. Ну, я тихонечко его называю Тарасик. Тарасик, замечательный Тарасик. Он действительно чудный, и то, что его возможности, конечно, это очень большой плюс для нашего проекта, потому что можно тысячи раз скрывать и говорить, что у нас там все нормально, там чисто, там нету мусора, там не застроено, там еще что-нибудь. Все открыто. Он все открыт, он все показывает, раскрывает все секреты. Мы увидели, по-моему, уже, да, еще увидели. Можно посчитать количество теперь маэтков, потому что нам говорят, а там несколько домиков, и не пускают туда. А теперь сверху можно все достоверно посчитать. Там 100-200 этих домиков. Мы недавно еще видели, когда был первый наш выезд всей нашей группы вместе с журналистами, как раз на той территории, где мы с вами, не помню, здесь было в этом кадре или нет, объекты Хатки и Днестровская заводь, мы увидели абсолютно новый какой-то объект. То есть мы уже знали о доме Яцкова, да, мы уже были съемки несколько. Яцков — это бывший лидер экологии. Его брат — начальник управления внутренних дел. То есть эту территорию этого дома уже как бы видели, но тут мы видели абсолютно новый какой-то такой объект непонятный. С огромными масштабами, с размахом. Даже я бы не сказала, что это какой-то частный дом строится. Такое впечатление, что это что-то вообще какой-то производственный комплекс. Вот странно, почему сейчас как бы немножечко нам кажется, что что-то сдвинулось, в общем-то, в нашем сегодняшнем дне. Но тут абсолютно разгар в заповедном урочище, идет стройка грандиозная. И пока никто не реагирует. Но я как... Опять уже новые власти тоже не реагируют? Я сейчас как раз по этому поводу хочу сказать. Я как эколог, который 30 лет проработал в медицинской сфере, я прекрасно понимаю, что если есть болезнь в организме, как и болезнь в обществе, очень трудно ее победить, если это называется еще рак, раковая опухоль. Наше общество больно раковой вот этой опухолью коррупции. И даже если новая власть пришла, у нее небольшая команда, у нее есть воля к решительным действиям. У нас есть даже ответ первого заместителя Саакашвили, Жмака. Мы с Юлей обращались вместе еще с Жуковым, с Дельтой, обращались к ним несколько раз по поводу этих объектов. Наконец, пришел впервые за многие годы ответ, что да, то, о чем вы пишете, оно имеет место, это проблема, и это все находится в заповедной территории. И в соответствии со статьей 30 закона Украины о природно-заповедном фонде, там категорически запрещается что-либо строить. Мы выезжаем туда через несколько дней после получения этого письма и видим абсолютно новую стройку с огромным потенциалом. То есть либо какой-то диссонанс. Эти пишут, что уже категорически нельзя, но не могут проследить. Инспекция не работает, пока она тоже в коррупции. Мы выезжаем, смотрим на это дело, мы его фиксируем, мы актируем, мы сейчас будем писать соответствующие запросы, но коррупция не сдается. Она будет эти метастазы свои проявлять в разных масштабах. И наша задача показать, что эта коррупция имеет место, она имеет конкретную фамилию.
Иванов, Петров, Сидоров, Яцков, мы должны показать, откуда она возникла. Что какой-то мелкий чиновник, который сидел в энном году там-то, он подписал такую бумагу, хотя у него на столе лежал документ, что это заповедная земля, и ты категорически не имеешь права согласовывать. Вот пусть его ищет теперь полиция, милиция, прокуратура, и, соответственно, наказывает его, чтобы не было повадно другим, и самое главное, чтобы не было дальше расползания шагреневой кожи этой. Это нам поможет, поскольку Юля сказала, квадрокоптеры – это новые возможности. Новые возможности привлечь экспертов, юристов, специалистов по земельным вопросам, которые глубже понимают эти процессы. Они сейчас пишут запросы. Кстати, там один из объектов – это как раз объект, который находится в селе Маяки. Это в том месте, где вы когда-то в детстве, наверное, тоже подходили к пляжу. Единственное место, где прошло ваше детство. И сегодня, когда маяки потеряли полную возможность подходить к Днестру, остался вот этот коридорчик. И этот коридорчик теперь заполнен объектом, который называется кемпинг-сайт. Европейский проект. Да, европейские деньги, инвестиции – это хорошо. Но почему нету согласия с громадой? Почему нету не спросить их, а можно ли здесь строить? Даже если вы построили, если вы гарантируете каким-то документом, что вы пропустите людей в любое время местных отдыхать, то еще можно согласиться. Но там уже сегодня заезжает масса машин. Сделан такой коридорчик, тут нельзя, а вот по этому коридору машина заезжает. И человеку простому негде пройти. И мы хотим путем всевозможных запросов, анализа юридического земельного показать, что здесь, если все нормально, хорошо, значит так устроено законодательство, надо его менять. Но если здесь коррупция, пусть отвечает тот коррупционер, либо бывший руководитель села, либо тот, кто был главой администрации Беляевской и тому подобное. Тема, конечно, серьезнейшая. И я единственное хочу сказать и нашим телезрителям, и хочу вас предупредить, что, пожалуйста, наш телеканал – это самый лучший телеканал. «Медиаинформ» – честный канал телевизионный. Потому любые вопросы, которые будут возникать, мы должны их освещать. Я готова в этом помогать абсолютно полностью, потому что моя малая родина – это маяки тоже. Обязательно. И там мое детство, и я очень хочу, чтобы мы не остались действительно без красоты, без чистого Девкиля. Да. Потому что, наверное, честно говоря, даже немножко обидно, что этот проект, это фонд Видроджиня, это европейский проект? Это фонд Сороса. Это фонд Сороса, да? Это огромный фонд, который из многих было заявок где-то 120, выбрали единственный проект, связанный с заповедными территориями. Это эксклюзивный в том плане, что такого еще не было на территории Украины, чтобы кто-то расследовал. Но мы на общественной инициативе много лет расследуем. А вдруг фонд Сороса говорит, мы купим вам такой аппарат. Объединитесь вместе разными сторонами и покажите, что вы боретесь с коррупцией, и покажите, кто коррупционер. Я хотел бы, чтобы в этой передаче еще прозвучала отдельная тема, проблема осетрового хозяйства. Осетров, которые всегда исторически рыбаки, да не только рыбаки, скажем, исторически, а вот греки, которые жили на этой реке 2500 лет назад, имели ряд стоянок, и археологи говорят, что на такой-то стоянке огромные кости таких-то рыб, что свидетельствует о том, что осетры заходили, белуга самый крупный был. Я хотел бы, чтобы мы эту тему подняли и показали, что сегодня там коррупция мешает возрождению осетров. А мы обязательно поднимем эту тему, обязательно в следующей передаче. Мы соберемся и вашей командой мы тоже поговорим об этом. Я думаю, потому что, знаете, мы не успели даже с вами развернуться и поговорить, потому что передача уже заканчивается. Единственное, я хочу перед тем, как мы завершим нашу передачу, я просто хочу спросить у вас, и назовите свою команду в вашем проекте, назовите команду, кто принимает участие? Руководитель организации «Дельта», которая выполняет этот проект, это местная маяцкая организация природоохранная «Жуков Анатолий». Руководитель проекта «Курочкин Сергей», кандидат наук, эколог. Участники проекта, эксперты, Терновая Юлия, Иван Русев, Елена Попова, университет имени Мечникова, Светлана Ужевская, университет имени Мечникова в разных областях, Юрий Мельник, специалист по земельным вопросам, Гонзенко Сергей, юрист, и Тибатин Станислав, медиа, он снимает фильм об этом и будет рассказывать. Специалист по интернет-ресурсам, он делает нам сайт. Бухгалтер есть в этом проекте. Кого я не упомянул? Сайт Гавриленко Сергей. Гавриленко Сергей, да, делает сайт. Нас 10 человек в этом проекте, и мы могли бы вам всем представить потом картинку, кто они. Каждый скажет спасибо вам, если вы будете сопровождать нас на каком-то этапе и будете информировать наших жителей о том, что мы делаем, нужное дело.
Спасибо большое. Дорогие мои друзья, дорогие телезрители, вы поняли, что это начало большого пути. И я думаю, что вот такая мощная команда, она приведет к тому, что мы победим коррупцию в экологии или экологическую коррупцию. Это обязательно. И наша сила в нашем единении. И заметьте, вот здесь были названы фамилии, имена абсолютно чистых и некоррумпированных людей. Это те люди, которые дадут развиваться будущему и нашим детям, и внукам. И что ж, на этой ноте спасибо огромное. Юлия Терновая, Иван Руси, спасибо. Наши друзья. И, пожалуйста, всегда помните, все равно, во что бы то ни стало, и вопреки всему, мы будем живы, выживем и поборем коррупцию. И все будет добре. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ. Хто міг, той піднімався та йшов. Ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре. І далі щось веде мене в похід, і все буде добре.